Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Алании», Парадайз Алания. Итак, дорогие зрители, нашел очень хорошую просторную квартирку в районе Тосмор, недалеко от моря, максимум 550 метров. Вид на горы. Проект был сдан в 2009 году. Огромный балкон. Дорогие зрители, квартира продается под ключ. Цена этой квартиры 133 500 евро. Есть инфраструктура, айда 300 лир. Вот качественный застройщик. Проект строили в то время датчане. В районе Тосмор есть несколько таких проектов, которых я обожаю. В моих понятиях они лучше, чем все эти новостройки. Также здесь вид на горы, просто влажность высокая, сегодня не могу показать. Площадка теннисная, а также баскетбольная площадка. Есть открытая парковка. Вот огромный балкон, который можно застеклить. Сторона здесь западная, северная. Входим в гостиную комнату. Так, мрамор. Вот какая большая. Телевизор БК. Кондиционер фирмы БК. Холодильник БК. Бытовая техника вся БК. Почти отдельная кухня, островочек посередине. Хорошая прихожая. Смотрите, какая она большая. Один санузел здесь. Второго я еще пока не видел. Так, большой санузел. Так, второго санузла в этой квартире нет. Есть один санузел. Спальня по 14-15 квадратных метров. Вот. Так. И здесь у нас вторая спальня. Звоните, дорогие зрители, очень хорошая цена, место расположения, здание хорошее. Ну, один санузел. Спущусь я вниз. Квартира находится на среднем этаже проекта. Сейчас вызовем лифт. У нас тут два лифта. Один с той стороны, один с этой стороны. Так. Не открывается. Так, завис двери. Вместим 4 человека, спускаемся на левый этаж. Так, дорогие зрители, кого интересует любая недвижимость, я редко начал снимать, потому что и предложение меньше, и жарко с одной стороны, и дел много. Так что вы заранее мне позвоните, я вам подберу портфель. Вилла, недвижимость, именно 1 плюс 1, 2 плюс 1, студию, новостройки. Проектов очень много, так как цены взлетели, я из-за этого поменял стиль съемок. Каждый день я раньше снимал по 3 ролика, проекты тоже снимал. Ну, проектов очень много, из-за этого в эту жару ехать, снимать тоже сложно. Сами поймите, шляпа уже мне не помогает. Шляпа в машине. Какая-то жара. Все, сейчас я сниму вам территорию. Так, вот вышел я из здания. Пандуса никакого нет. Прямой вход. Беседка. Вот такой фасад здания. Только покрасили здание. Как 2 месяца, кажется. Открытая парковка, зона беседка, отдых, баскетбольная площадка. Так, наверху также есть парк. Это чей проект? Вот там наверху есть парк. Сейчас туда тоже поднимемся.
выйду-ка я к бассейну. До речки Дим здесь 400 метров, до моря 600 метров. Максимум-то я крайняк копарю. Айда 300 лир. Лучше цен на рынке нигде нету, кроме мистер Агаси. Поймите уже это. Сложно все объяснять. Вот бассейн. Генератор есть, душевая кабинка, детский бассейн, зона отдыха также вдобавок, шезлонги, шезлонги. Рядом есть магазины, сеть магазинов А101, Шоп, Бим. Сейчас улицу покажу, также мечеть в этой стороне у нас. Тут два направления к морю, один отсюда вниз спускаетесь, и один отсюда вниз спускаетесь. Есть уклон где-то 15-20%. Вот. А я отсюда. Здесь короткий путь должен быть к морю. Так что жду звонка. Плюс 90 555 061 10. Дорогие зрители, с вами был Агаси из Солнечной Алании, из любимого моего района Тоцмур. Всем пока-пока.